Карачаево-Черкесский филиал компании «Русгидро» накануне посетили представители руководства компании. Главный инженер Сергей Кондратьев, заместитель гендиректора Николай Карпухин и директор департамента эксплуатации Алексей Дудин. Вместе с представителями подрядных организаций они осмотрели площадку, где сейчас ведется строительство красногорских МГЭС. Это один из крупнейших проектов «Русгидро» по развитию малой гидроэнергетики. Также гости посетили машинный зал Зеленчукской ГЭС ГАЭС. Директор и главный инженер Карачаево-Черкесского филиала «Русгидро» рассказали им об уникальности конструктивного решения сооружений и напомнили, что Зеленчукская станция является единственной в стране объединенной ГЭС-ГАЭС.